Всем доброе утро. Вита, сегодня мы его отдаем, поэтому... А что поэтому? Тут осталось его тамбалку собрать здесь, перекрутить все, что прикрутил, снять со стапеля, да, отдать. То есть ничего делать больше не надо, там пару пятаков подровнять, ну, то мелочь. Так, видео будет, как всегда, ни о чем. Не о конкретно ремонте, не о ремонте автомобиля, так, обо всем по чуть-чуть. Значит, это, когда мы делали с вами Vita, когда меняли бочину, кто помнит, делали сдвижную дверь ему на левую сторону. Тогда я еще заметил, что у меня нету ключа на 21, потому что здесь балка, рычаг переключается, крючок на 21. Тогда сразу после того ремонта я поехал, купил ключ на 21, вот наконец-то он мне пригодился. И сегодня еще понял, что... У меня не хватает головки на 21 удлиненной, потому как маленькой крутить эту гайку, от которой еще торчит болт, блин, вообще некомфортно. Поэтому надо срочно еще купить головку на 21 удлиненную. Сейчас первым делом рычаг поставлю. Когда я... Ай, блин, шайба тут мешает. Сейчас снимем ее. Здесь просто втулка была короче на 3 мм, чем сама вот эта втулка. Поэтому здесь еще шайбочку подложил вот эту. Сейчас сниму. Я когда делал эту втулку, я почему-то это побоялся, что может порвать этот прут. Чуть я подумал, здесь нагрузка большая будет. Поэтому изначально, как бы смешно это не, этим не казалось, я хотел вот таким вот 18 или 20 прутом эту втулку обвернуть. Думал резаком ее нагреть, этот прутик, сделать кольцо и приварить. Но потом понял, нет, что-то я, короче, гоню. Десяточная петля, думал, пойдет. Ну, короче, пошла десяточная петля, хотя был, сомневался я немножко. Я подумал, ее в этом месте согнет. Значит, все-таки здесь не такая большая нагрузка была. Так, это мы, короче, приныкаем. Это у нас приспособа для Vita будет. И эта шайба тоже. Так, ну сейчас соберу, да, продолжим. Тут кронштейн я смотрел, ничего мы не вытянули, потому что были дурные мысли. А вдруг мы его подтянем немножко, да хотя тогда пороги погнуло бы. А так все целенькое. Во как врезались зажимы. Аж вот краску подорвало. Ничего, потом замобилят или закрасят, не знаю. Но человек знал, что пороги немножко пострадают от зажимов. Ну, не сами пороги, а сами кантики. Обычно мобилькой, кисточкой промазывают. Или баллончиком пропшикают. Он пылючкой припадает, и классно все становится. Так, разбираю вот это все. Это сейчас тут уберем да соберем. Значит, Vita готов. Сейчас я вам это... Покажу, что-то даже, может, расскажу. А пока о другом. В общем, это, сижу, смотрю объявление на OLX, сверлилку. Ну, блин, хочу я сверлилку. И хочу именно вот такую модель, которая идет с двумя, ой, со штоком, с резьбовым. Блин. И хочу вот именно такую вот со штоком резьбовым. Так, приехал Ванька. Админ группы в гости тут погулял. Говорю, смотри, я сверлилку нашел. 3000 гривен. Шара. $100. Но, ну, чуть, не, чуть больше. Говорю, ну, блин, далеко. Ехать далеко. Воронцовка. Ванька говорит, давай погуглим. Ну, давай. Начали с Ванькой гуглить. Ну, вот, сверлилка, тут картинки. Сделан ремонт в хорошем состоянии. Заменили все подшипники, короче. Какой-то Андрей вот продает. Можем даже телефон показать ему. Его, вернее, вот такой телефон. Кстати, можно это, можно сейчас ему письмо отправить. Посмотреть, чем эта история закончится. Ну, сверлилочка хорошенькая такая. Фу, с виду вообще красота. Ну, начали с Ванькой гуглить, короче. Нагуглили, нашли еще точь-точь такие картинки. Продавали, по-моему, в 2015 году. Где-то я тут это смотрели. А, да, вот.
май 15 года. Ну вот, в мае 15 года она стоила 8000 гривен. Это вполне реальная цена для нее. Это цена правильная. И вот так же самое. А, это, по-моему, тоже объявление, да? Да, это то же самое. О, видите, сразу возникает вопрос. Что так дешево, возник сразу вопрос. А потом, когда погуглили, поняли, что так дешево, потому что ее, оказывается, в 15 году, возможно, продали. Вот, кидал. Ванька говорит, человек хочет кинуть. Я говорю, Ваньке, давай человека кинем, давай ему позвоним, предоплату скажем, куда переводить, и денег ему кинем, предоплату. То есть тут он людей хочет кинуть, а мы его кинем, предоплату ему сразу, тупо предложим и переведем денег. Кстати, я вот это, сейчас я ему напишу, как купить, и посмотрим, что он ответит, если ответит. Интернет медленный, поэтому это все очень медленно. Ну, написал там, интересует свелилка, как купить, возможно ли доставка, служба доставки, in time. В общем, будем ждать ответ. Но пользователь зарегистрирован, по-моему, сегодня, или когда, или вчера он там был зарегистрированный. Ну, то есть, объявление, ой, пользователь новый, зарегистрирован только пару дней назад, или сегодня, или вчера, блин, как-то забыли, Ванька посмотрела, я забыл. Так, в общем, это, пока ждем ответ, я тут по пикабу посижу, почитаю немного. Здесь все готово, трубу я ставить не буду, потому что, когда откручивал хомут, ушатал. Порвал я хомут, не смог открутить. Ну, вернее, даже не порвал, он тут сгнил почему-то. Поэтому сразу же порвался. Хомут менять будут, я сказал. Поэтому трубу мы аккуратненько в салон положим с человеком. Значит, это, что показать? Ага, я тут это, смотрю, что мы так лонжерон натянули с вами. Что он у нас немного аж от моторного щита отошел. Но я там шумку поднимал, там ничего нету. Здесь вот... Я подбил то, что отошло, здесь металл тонкий. Но факт тот, что, по-моему, не было у того разрывчика, оторвана сегерметика, когда машина приехала. Ну, теперь есть. Так, здесь все готово. Блин, ну здесь сказали подровнять эту штуку. Ну, честно скажу, бил, вот сколько выбил и бросил, и дурное занятие, там ну нафиг. Не подровняю я ее. Ага, вот как получилось. Вот там место наше... Где латка есть, блин, знал, что забыл, что вот эта штука перекрывается, можно было так сильно в идеал не вычищать. Но я все вычистил, и я полностью то все место замовилил и полностью надул. И в этот мовиля, на все, хотя там нету сварки, ну там резаком чуть грели, полностью мовиля туда надул. Фиг за сколько надул в отверстия всякие, чтоб именно вот тот шток, что мы вваривали, полностью замовилить. Замовилил. Еще липкая. Хотя это было утром, я замовилил. Я вчера просто не успел, потому что грунт был сыроват. Все, вот классненько пробочка стоит. Почему пробочка овальная, не знаю. Здесь стоит круглая, а там стояла овальная. Я не знаю, какая должна быть. Ну, как по мне, она должна быть круглая. Но поставил овальная, какая была. Так, мерить. А, знаете, в чем еще прикол был? Мы где-то с вами лоханулись, когда мерили вот эти размеры, потому что я написал же здесь 1,4, хотя на самом деле там было сколько? 6 миллиметров по рычагам. Я потом видео, да, посмотрел, да, извините, я тут лоханулся. Но есть другая фигня. Ко мне эту машину и пригнали, потому что они на шаровых намерили 1.5 сантиметра разницы. То есть, если было в 6 мм, никто бы это не делал. Ну, так они намерили 1.5 сантиметра, и она приехала с 1.5 сантиметра. Ну, как, проблема. Шаровая смещена на 1.5 сантиметра. И начали мы смотреть, начали мы ремонт. А намерили мы с вами в натуре 6. Тоже не понимаю. Где-то что-то неправильно. Так, ну, я думаю, мерить больше ничего не надо. Тут же мы вчера же все намерили. Ну, да. Ну, давайте самый последний раз уже померим, чтобы... Чтобы ничего не мерить, вернее, чтобы убедиться, что, блин, ну, 100%. Давайте от этих померим. Хотя, прикольные были бы вот эти, вот эти. Хотя, опять же, эти, причем нам вообще за болт бы зацепиться.
Ага, обжал, а то я забыл, обжимал, не обжимал. А вот, зацепляемся. И по-быстрому. Потому что клиенты уже едут. 55 без миллиметра. Ну, нам же тут миллиметры важны. Можно было округлить до 55, но, блин, мы же с миллиметрами боремся. 55 без миллиметра. Сейчас кто-то скажет, сколько можно мерить, как ты достал. Блин, люди, терпите. За сверлилку еще не ответили. Ой, ровненько, чтобы было. 55 без миллиметра. 55. В принципе, ровно 55. Пока на миллиметр это колесо больше. Это хорошо. Больше мы любим. В общем, зря спешил только. Время сейчас еще даже 2 часа дня нету, без 15:02. Позвонил людям, чтобы машину забирать. Сказали, блин, не получается сегодня. Приедут завтра утром с лафетами, заберут ее. Ну и хорошо, не надо будет сегодня работать больше. А на сегодня ничего и не было. Завтра, наверное, машинку возьмем, такую сильно ударенную. Или послезавтра, я не знаю еще. Наверное, посмотрим. А сейчас я предлагаю попить кофе. Сделать кофе. Сделать кофе и почитать вместе с вами комменты по этому автомобилю. Значит так, пока я делаю кофе, отвечу вам на популярный вопрос, который задают в последнее время. На какую камеру я снимаю? Блин, у меня зеркала в гараже нет, чтобы показать на какую. А в экране телефона вы, наверное, не увидите, да? Ну вот, на эту. Вот, видно? На эту мы снимаем. Вот такая модель. Пока я делаю кофе, вы запоминаете модель, чтобы потом меня не спрашивать. Кстати, кто был тогда на канале, когда мы делали Prado, там видео выходило по всем камерам. Потому что на самом деле, я уже показывал, на самом деле я хожу с такой сумкой, с большой. Эта видеокамера как основная используется. 5000X Elite используется для... На стол поставил, работаешь, потом ускорил. Ну, для ускоренных видео и то, она, блин, не сильно четко снимает, детализация плохая, поэтому все равно пытаюсь на эту снимать. И иногда вот, не, на этот фотоаппарат вот, я не снимаю, он, бедный, у меня уже разваливается здесь. Вообще, короче, все отпадает. Этот фотоаппарат используется только, чтобы сфотографировать машинку. Ну так, для фотографий, там, для разбора, когда разбираешь, кучу фотографий делаешь, потом смотришь эти фотки. И для того, чтобы эту, как, аватарочку поставить на видео, или как он там правильно называется. В общем, все поняли, да? Мы снимаем на вот эту камеру. Вот такая камера, все класс, единственное, что мне не нравится, что у нее объектив, эквивалент 35-миллиметровой пленки, у нее 28, во. Ну как она, диафрагма, не диафрагма. В общем, не нравится мне немножко, потому что приходится то камеру вверх поднимать, выше головы, чтобы вам всю картинку захватить, то еще что-то. Так, давайте обновим коммент, обновим YouTube. Интернет слабый, все тормозит. Сейчас я кофейку сделаю. Так, сделал себе кофе. Так как я не культурный, то я буду сёрбать, внимание не обращайте, простите, что меня уж за сёрбание. Так, давайте комменты пойдем читать. А вот с самого начала и будем читать. И будем читать до победы, пока интернет не закончится. Приветствую. Жаль, как меня втулку не показал, а так зачетная работа. Блин, там так все опасно, так нельзя делать, поэтому и не показал. Плюс еще спешил очень сильно. Подземмастер, кто изобретение, покажи в работе. Это наши вот эти штучки. Соединители цепи. Когда я их делал, много было жалоб, что они, вернее, много было комментов. Они погнутся, они разогнутся, они поломаются. Блин, используют часто, ничего не ломается. Все классненько. Так, Каховка, привет. Видосы интересные и познавательные. Сейчас надо, чтобы вот так, да, было. Да, вот так.
и чуть-чуть захватывало. Есть у меня программа здесь, которая может сейчас захватить экран, но не хочу. Без анализа про Дастера. Да, Дастер был, помню. Так. Если не сложно при осмотре и ремонте добавлять больше комментов о качестве металла, обработке машины, антикоррозионной мастики. Не, я не это. Не веду я обзоры машин. Мы их с вами только ремонтируем. Так. Это про олово, пайку. Фирма веников не вяжет. Молодец. Наконец-то Виталька матюкнулся. Кто я? Да неправда, ничего там не матюкался. Каховка лайк, смотрю с Магадана. Как раз под утренний кофе. Кстати, я тоже под утренний кофе смотрю много каналов. Проснулся, кофеечку сделал, пошел, включил компьютер. И смотришь видео. Маляриусу Вовке привет. Магадану привет. Сам сказал, где не получается, не снимаешь, вот результат, но итог работы хороший же. Да, итог работы по виду хороший. Все вчера получалось, главное было побольше нарезать и побольше до красна нагреть. В какой-то степени, может, Сергей прав. Где не получается, там мы не снимаем. В любой резьбе держит только первых 5 витков. Да. А там хоть километр их нарежь. Верю, что 5 витков держит, у нас тут держит больше. И втулку надо было поменять. Здравствуйте, мне кажется, для сверления металла точной сварки лучше всего использовать фрезерные сверла. Они отлично сверлят. Плюс у них не центр сверлит, а края. Спасибо. Прикольно. Ну, мы вроде как бы фрезерными сверлами и сверлим. Сейчас я вам покажу сверло, которое прислал один хороший человек. Сверло. Это вот как бы настоящее сверло для точечной сварки. С такой прикольной заточкой. Есть у меня 2 сверла таких. Но, честно, мне их жалко. Мне их жалко даже начинать портить. Модель, если есть. Блин, а модель тут и не видно. Вот что-то тут пишут. Модель Германия. 8 на 80 миллиметров. Модель Германия. Когда-нибудь посверлим. А пока жалко портить. Так. Такое говно восстанавливать. А, это про Ланос. Всеми забытый Ланос. Да. Между прочим, я на нем тогда неплохо заработал. И не надо писать, что смысла нет. Вам, может, нет. Тем людям, которые его делали, и мне, есть. Малярам, которые его подготовили, полностью покрасили, тоже смысл есть. Все заработали денег. Что не сделаешь ради денег? Так, инструменту не хватает пол-литра и гранчика. Ну, кому что. Почему не показал, как втулку менял и разрезал лонжерон? Блин. И говорю, нельзя такое показывать, поэтому не показал. Не дырка, а отверстие. Ну, все возможно. Но у нас все равно дырки будут, а не отверстия. Мы там это, в умных институтах не заканчивали. Я парень с деревни, поэтому у нас там дырки, а не отверстия. Так, Васильевич. Васильевс. Ай, ладно, за ремонт постукивания побитых мониторов счет тебе присылать? Да, присылайте. Так, зачем так близко к лонжерону планку прикрутил? Ниже рычага было, надо было, рычаг был бы побольше, если пониже. Да, согласен, блин, что-то я, может, протупил в натуре. Я боялся, что она соскочит, потому что там резьбы толком нету, не было во втулке. А тогда, если бы пониже прикрутили, бы гораздо проще было, я не спорю. Винни-Пух, блин, все правильно ты говоришь. Привет с новой каховки, классная работа. Новая каховка, привет. Кстати, я сегодня собирался в магазин поехать. Серп и молот в новую каховку. Время только 2. Не знаю, может, успею. Магазин, серп и молот, вам привет. Я знаю, вы меня смотрите. Так, Вадим Марик. Ну, Вадик, привет тебе. Киеву привет. Ты же выходной хотел сделать. Да не хотела выходной сделать, то прикол такой был. Выходной должен быть в воскресенье, а в будние дни мы работаем. Виталька волшебник, главное моторный щит родной оставил, опять же по тому Ланосу. Блин, так там вся и проблема, надо было оставить моторный щит и
часть днища аж до задней панели, поэтому так и оставляли. Кстати, кто не видел тот Ланос, может посмотреть, потому что по нему очень много комментов идут. Сейчас я вам покажу того Ланоса, который самое популярное видео на канале. Вот оно. Блин, интернет медленный, извините. Вот, поэтому Ланос. Кто не видел, можете зайти посмотреть. Так, читаем дальше. Кстати, сегодня только комменты читать будем, поэтому кому не интересно, можете расходиться. И на вопрос поотвечаем, если какие-то найдем. Блин, горло болит, извините за голос. Типичный автомобиль такси, Ланос. Да-да-да, тот был Ланос. Именно автомобиль такси. Так, большой перегрев, быстро прогорит, а так прикольно. Это про буржуйку. Да, согласен, прогорит. Я в этой зимой уже заварил два отверстия, прогорело. Ну ничего, на следующий год переделаем печку. Для замены таких силовых деталей нужно на 20% увеличить количество сварочных точек. Это про ремонт Mazda CX-7. Не надо, у нас все наши точки держат отлично. Я показывал, как оно варит. Хотя мы, с одной стороны, нас прилили, с под колеса мы лонжером все-таки просверлили. Несколько точек усилили. Так. Ветель, привет. Хотя я диван Эрик Топчик. Мне нравится смотреть твою работу. По большому счету, это надо знать и понимать, как это сделать. Уважуха. Друзья, блин, уже лет 15 занимаюсь этим, как бы так вот. Как бы что-то научился вроде бы. Ну ничего, еще учиться и учиться. Мы еще всю пайку оловом не постигли. Мы еще не работали с алюминиевыми машинами никогда. Кстати, за 15 лет ни одной алюминиевой машины почему-то в ремонт не предлагали. Очень мало у нас их в городе. Так, личная работа. Лайк, давно подписался, я смотрю вашу работу. Сколько машинок из кусков собрано, но это авто я бы себе не хотел. Кстати, в субботу приезжала машина, на которой я... С которой я этот, кстати, ноутбук купил. О, я не знаю, сколько ноутбуку этому лет. Да, лет. Вот такой старый ноутбук. Год 7 назад, наверное. 6, 7. О, у меня еще машины не было. Лет 7 назад я его купил. В общем, приезжала машина, на которой мы меняли жопу 7 лет назад. Я так посмотрел, походил по швам. Там хозяин машины не знает, что на ней жопу меняли. Походил, позаглядал, все целенькое, нигде ничего не лопнуло, все класс. Жаль, нельзя было ее снять вам. Видео про нее нельзя было снять, потому как хозяин не знает, что на ней жопу меняли. Там просто я делал другу, а друг потом продал другому человеку, и тот человек не знает. Так, ну и не надо, чтобы знал. Так, ну это не серьезно, ничего не показал. Неужели КамАЗ пригонят? Не КамАЗ, поменьше пригонят. БелАЗ. Но пригонят. Каховка, привет. Ай, нравится. Каким редактором видео режешь? Режу. Мавови, студия 15. Пользуюсь. Раньше пользовался. Мавови, студия 12. Но летом обновили компьютер. Ну как обновили, блин? Компьютер купили. И поставили туда... Ванька, админ, поставил мне туда 15-ю студию. Так и пользуюсь. Sony и Vegas почему-то не хватает у меня ума его освоить. Пробовал, мне понравилось. Студия 15, она гораздо проще. Да, там мало очень эффектов, приколов, но нам они особо и не надо. Зеленка эта, про шпаклевку. Я не знаю, мне кажется, все-таки то какой-то кузовной клей был. Хотя почему он на лонжероне был, фиг его знает. Привет, золотого металла, сразу видно трудоголика, стопудово плохо спал, решил пойти и поработать, ведь решил тачки сдачу с 5 неизвестными, респект и уважуха. Да не, спал как-то нормально, потому что я и знал, что если ничего не получится, мы что-то разрежем, что-то нагреем. Да, это мы горелкой только 4 номер грели, это мы еще резак в руки не брали. Однозначно лайк, подрамник не родной, откуда знаешь, в смысле Мениной. Я тоже думаю Мениной, потому что у нее походу был удар... Когда-то прикольный, или в подрамник, или в усилитель бампера.
Хотя не факт, что подрамник мененный. Хотя, блин, все возможно. Просто у нее, там где сложила на этой машине лонжерон, это самое слабое место лонжерона. Поэтому в другом месте его просто сложить не может. Там просто кончается один из 3-миллиметровых усилителей. И именно над пробкой, где у нас сложила, там уже нет одного усилителя. Поэтому там его и сломало. Типа, место деформации там. Кузовной ремонт Германии, привет. Это же как-то же надо умудриться, чтобы согнуть этот лонжерон. Не знаю. Или удар в подрамник, или удар в усилитель. Но удар в усилитель тоже. Площадка там такая. Ее погнуло бы площадку под усилитель. Хотя она такая у меня стучала жесткая. Возможно, все-таки был лобовой небольшой удар у машины. Походу, следующий пациент будет транспортер. Нет, не транспортер. Класс. Держи сотый лайк. Я бы посоветовал купить калькулятор. Блин, да-да-да. Я написал калькулятор, это сила люди, обязательно куплю. Вывод такой, все побелять и сварить заново, тянуть не вариант. Не вариант, но все равно пришлось лонжерон тянуть, потому что надо было переднюю точку подрамника вытянуть на 6 мм. И надо было по высоте поднять лонжерон. То есть тянуть все равно пришлось. Хотя по чесноку, если бы не получалось, я бы переднее крепление подрамника переварил бы. Легко. Так, это стекловое окно, 100%, ну, возможно. Подрамник миллиметр, да, Виталя, подрамник миллиметр у сантиметр, как у Андрея. Да-да, Андрей Бещенков там видео выложил и это, блин, и написал подрамник миллиметр в миллиметр. Я у него спросил, а бывает миллиметр в 3 сантиметра или, не, да, я у него спросил, бывает ли миллиметр в 3 или миллиметр в сантиметр, на что Андрей ничего мне не ответил. Не смог он ответить на этот вопрос. Я тоже ответил, вот да, миллиметр в сантиметр вывел. Дело мастера бойца. Ну, ты же не собирался сегодня работать или Витек покоя не дает? Да собирался люди, то прикол был такой. Новый гараж вижу. Да какой же он новый? То старый гараж. Я просто его не показываю. В том году он был приобретен, используется для склада. Металлолом храним. Привет золотым рукам из Смоленска. З, надо написать. Смоленск, привет. А как так? Машина главная до задней стенки. Виталия на стапеле. Короче, из кадра вышел, в сторону машины залез. Там же еще одна типа лестница есть. Поэтому я очутился я под машиной. 7-й лайк, не ответил. Вот тоже человек написал, не ответил. Что я должен был ответить? Фиг его знает. Люди, не создавайте новых комментов, пишите под своими. Так, 6-й стекловое окно, похоже. 3-й, 1-й, тоже 2-й вчера был. Только подумал, что видоса нет, оно раз и появилось, кино на ночь, хорошо. 1-й, вау, у нас Александр Геннадьевич. Вчера был 1-й. Александр Геннадьевич, мы тебя поздравляем. Так, Виталька как бы не профессионал, но, ну да, я не спорю, тут я лоханулся, блин, в прямом эфире. Но я не стал ничего вырезать, люди, как есть, что сказал, так и есть, я ничего не стараюсь не вырезать, как снимаю, так и снимаю. Привет, Виталий, 4 месяца не видел твои ролики, на вахте был, там интернета толком нет. О, теперь смотрите, не пересмотрите, если все-таки ты их смотришь. Я тоже рисую левое, я пишу правое, блин, я тоже так... Здорово, как отрихтовать заднюю правую дверь на приоре? Вау! Крутой вопрос. Люди, я не знаю, как отрихтовать правую заднюю дверь на приоре. Предлагаю заменить. Это не Vita, а Viana. Да, возможно, это и Viana, я на них, на эти кузова Vita называю. Так как же и на Sense я называю Lanos. Для меня это Vita. Удар в подрамник, за него и тянуть надо. А лонжерон сам на место встанет. Люди, я написал человеку, портить подрамник я не готов. Поэтому я не. Тем более, если мы тянули бы за подрамник, нам же надо немножко перетянуть. Это получается, мы диагональ подрамника пломали, или лонжерон бы тут в бок уходил. Поэтому я и тянул, опустив подрамник вниз, потому что он ровный. Промерил ли подрамник? Вот это тоже часто спрашивают. Блин, ну как вы сами думаете? Может, уже введенный после удара. Блин, тут меряешь эти миллиметры на лонжеронах, пусть и неправильно считаешь, но все равно меряешь. А, блин, тут про подрамник спрашивают.
Конечно, мерил. Потому что изначально мне люди сказали, перемерь подрамник, возможно, он кривой, возможно, мы тебе новый привезем. Но не пришлось менять подрамник. Подскажи, пожалуйста, новичку для рихтовки авто пойдет нивелир Skill LL05? Какой там, блин, не увидел. Сейчас, подождите, 5 секунд. Так, я вернулся. Подойдет для LL0511AB. Только без B. B это, походу, комплектация какая-то. А что не подойдет? Подойдет. Все классненько. Все подойдет. Вот наш основной нивелир. LL0516. Вот наш второй нивелир. Который, если честно, мы так его мало используем в работе, но он в шпаклевке, потому что, блин, у меня друзья его очень часто берут в квартирах ремонты делать себе. Вот. Чем отличаются этот и этот? Этот успокаивается дольше. У этого луч ярче. Гораздо ярче. Этот пищит. Этот нет. Вот когда пищит, тоже удобненько. Если особенно на кривое ставишь. Чем смотреть на вот эту кнопочку. Вот наши два нивелира, которые мы используем в работе. Кто помнит, это папа, это сынок. Можно посравнивать там погрешности на стенке. Вдруг какой-то криво плохо работает. Не, на самом деле все хорошо работает. Я там иногда сравниваю его по стенке, по синей каемочке. Очень редко, но иногда ради прикола увижу коммент, кто-то пишет, а ты нивелиры на проверку отдаешь, думаю, блин, точно, на стенку направил, посмотрел, все ровненько, классненько. Так, убираем, да? Да, давайте продолжим почитать, почитаем еще. Так, дизлайк за название, ну блин, ну бывает, с кем не бывает. Ага. Хамаджиско-Бардинского. Бред какой-то. Так, лаз, кто меряет в сантиметрах? Вы, наверное, никогда не работали в машиностроении. Никогда. Все считается и меряется в миллиметрах. Блин, ну, тут кто как хочет, так и это. Помните, такая есть русская народная пословица? Она там с матюком идет. Поэтому детей уберите от экрана. Есть такая русская народная пословица. Кто как хочет, так и дрочит. Мы его будем мерить так. Мы в сантиметрах меряем. Иногда в миллиметрах, иногда в сантиметрах. Нам по барабану. Так, все правильно тут. Человек подправил. Спасибо тебе. Все правильно. Я тоже лепша пишу правой. Вадим, привет тебе. Что же за удар был снизу, что его так повело? Не знаю. Наук распэч поставь, скуплялся. Болты. Болты это для этих. Я не знаю, что это за фирма. Запчасти всякие там продают, болты большие. Так, Витюха, ты очень прикольный мастер, малый респект тебе, как завтра не работать, и что я смотреть буду, все работали, все классненько. Так, отличная печь, только есть вопрос, а не пробовали вы ее на угле топить, буржуйку свою, как она ведет? И сколько, сколько у вас этот гараж? Ой, про гараж это вообще тоже самый распространенный вопрос. Гараж, ширина 9 метров внутри, длина получается 6,5. На угле пробовал, я ту неделю, целую неделю углем полил, мешок угля. У меня с того года оставалось пару мешков угля. Да, на угле прикольно, но, блин, надо сразу засыпать хотя бы ведро. Тогда он лежит целый день, и все классненько. Так, приехали, оторвемся немножко, прервемся. Так, уехали. Если вы тут дым видите, это не гараж дымит, это я просто курю. Я не хочу прерываться, давайте дальше читать то, что я курю. Да простят меня многие. Они простят, ну с кем не бывает. Значит, вопрос еще один популярный. Какое у тебя расстояние от стапеля до стены? Я только что пошел померил. Я даже хотел вам показать, а не рассказать. А то скажете, опять неправильно показал. 1 метр и 3 сантиметра. Это не я так придумал, это так люди построили гараж.
и так построили ворота. Но в принципе во всех автомобилях открываются двери и не упираются в стенку. Хотя на Mazda CX-7, по-моему, если полностью открыть, могла бы упираться. Но для работы с головой хватает, поэтому да, хотелось бы там добавить полметра, чтобы когда двери открытые, не лазить под дверями, но нет такой возможности. Так, я ответил, да, вам? Владимир Одесса ответил, 1 метр и 3 сантиметра. Что за фирмочка с болтами? У них можно купить по телефону или да и там или интернет-магазин. Нет у них ничего, ни телефонов, ни интернет-магазинов. С днем рождения. Ой, спасибо. Тут кто-то запоздал немножко, но все равно спасибо. Вадим, спасибо. Хорошо, когда есть люди с головой. Миру нужны такие люди. Сантиметры, миллиметры, и все в миллиметрах легче, чтобы не путаться. Ну, блин, кому как. Вы же помните русскую народную пословицу. Хай, пацик. Ха-ха, прикольно. Меряй и пиши все в миллиметрах, а не в сантиметрах. Без запятых так считать легче, и не будешь париться. Все возможно. Ассаламу, один алейкум. Шикарная идея. Не знаю насчет чего, конечно. Виталий, считай, не 14,6. Блин, согласен, лоханулся. Он с кем не бывает. Отрезал бы старый болт и приварил бы новый на 6 мм дальше. 2 часа готовы, я дал бы машину. С удовольствием бы так сделал, но там не болт, там втулка, которую пришлось менять. И все равно пришлось лонжерон по высоте поднимать. Тогда бы и надо было передний болт бы переварить. А так передний мы не трогали. Математик от бога и третий размер насчитал. Ну, бывает. Сушишь дрова, они загорятся. Я же тогда объяснял, я печку до красна так не довожу. То ради видео было доведено. Вернее, я ее так случайно довел и начал снимать видео. Виталий, подскажи, пожалуйста, сколько стоит данная работа в среднем? Блин, не отвечу. Вот, правильно кто-то написал. Найди хорошего мастера. Сколько он скажет, сколько и заплати. Все верно. Не отвечаем мы по ценам. Оно... Не надо. У всех цены разные, в регионах разные. Вот даже в моем городе цена может у одного мастера отличаться в 2 раза, чем у другого. Так, насечка на губках еще не стерлась. Не, все классненько. Пороги портим? Конечно, портим. Почему в магазине говоришь 2 рубля? Ну, так, привыкли мы. Это ты у них шланг убрал на газорез, да, на резак, на кислород, на пропан ездили, у них шланги покупали. Блин, а вследствие чего он ушел, так удара по той машине не видно. Ну, блин, не знаем мы судьбу этой машины, этой Вита, трудно сказать, почему так там сложило, хотя она без морды приехала. Без морды она приехала, потому что у нее делают капиталь от двигатель, поэтому, чтобы снять двигатель, пришлось разбирать людям всю морду. Так и хотелось толкнуть лонжерон домкратом вверх. Так все и толкал. Сколько раз тайм-коды ставлю, говорю, ага, ля-ля-ля. Плоскогубцы упадут. Винни-Пух, привет тебе. Каховка красота. Нельзя так быстро работать в Украине. Сколько денег нет тебе башлять. Так олигарха может стать. Я мало беру, очень мало. Стапель погнулся, или это камера искажает? Да, блин, люди, стапель погнулся, не знаю, он там, может, и прогнется иногда там на пару миллиметров, но согнуть его, я думаю, нереально. Хотя, чем дальше бусы, тем больше нагрузки, тем, может, когда-то и подсогнем. На полметра ошибочка, да-да, бывает. Статья, что-то тут незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Вот тоже, блин, ну хоть бы написал бы, и к чему он этот коммент написал. Ну, возможно, наркоман, их его знает, знает. Мастер, как нужно ударить, чтобы он же ушел. Опять про Вита. Давай, измерение в миллиметрах. О, еще один вопрос. Кстати, вот Серега, 82 ру, тоже это очень, очень частый вопрос. Как часто проверяешь уровень стапеля? Блин, люди не понимают, вот тут написал. Серега, у тебя что, первое видео на этом канале? Виталий вся доходчиво объясняет. Машину ставят по уровню и лапы зажимают. То есть стапель в уровне может... Не обязательно должен быть в уровне. Он там плюс-минус 5 мм пусть в уровне стоит.
Тем более я никогда его не проверяю. Мы же там машину зажимаем по уровню, а не стапель. А отбортовки на машинах большие. Иногда, даже если машина плотно села на лапу и поднимаешь машину на 5 мм, то все равно хватает этих отбортовок. Поэтому стапель особо мы не проверяем. Поднял ты его на 0,00 миллиметров. Да-да, поднял на 0 миллиметров. Так, опять же, Серега пишет, тебе на второй этаж строить. Не-не, не надо, нам не надо много территорий. О, вот, я вчера говорил, Стас Садницкий написал, что этой растяжкой только Жигули растягивать. Стас, все правильно ты написал. Этой моей растяжкой только Жигули растягивать. Виталий, да не заморачивайся со вставкой. Снизу болгаркой подрешиваловым щели заплать. Блин, железка. Все примерно так и было. Виталий, ты хоть бы одну куртку на цепь накинул, вдруг лопнет. Блин, ну я иногда накидываю. Мы когда Прадо тянули, я знал, что там нагрузка очень большая. Я накидывал куртку. Или что мы там, тряпки накидывали, еще и заматывали этой тросом буксировочным, чтобы если оно все и сорвало, чтобы оно не улетело, а сразу упало. Тебе бы еще пневмогидравлический насос бы подошел при твоей манере работать. Блин, согласен, люди, но он стоит $400. Тут пневмонасос, я не готов его покупать, потому что если бы я 100% был уверен, что действительно мне он понравится, я, может, и купил бы. А так как я не уверен, то и не покупаю, не хочу. Будем ждать, пока подорожает до $100, тогда купим. Здравствуйте, а при подобной вытяжке лонжерона есть риск, что может треснуть лобовое стекло? Оно там вклеенное. Ну, в частности, вот в этой ситуации я думаю, никогда бы оно не лопнуло. И у меня никогда в жизни не лопалось лобовое стекло. Во-первых, стекло немножко подыгрывает. Во-вторых, если я смотрю машину и знаю, что будет стойка идти или что-то не то, то я заставляю людей стекло вырезать или сам вырезаю. Наш спецмах, Санек Шайко, привет тебе, да, наш. Ты же домкратом хотел помочь приподнять. Да, дело в том, что это не вытяжка была тогда, а в первый день как Вита загнали. А такая пробная себе потянуловка. Я же тебе стучал и кричал, а Жинка напужалась. А ты все пишешь 277 вместо 227 занят был. Блин, бывает. Сделай этот автомобиль, Виталий, как можешь. А я знаю, ты можешь красиво и грамотно. Удачи, Руслан Ганжа. Спасибо, все сделали. Облить и сжечь этого Витька нельзя. Клиенты ругаться будут. О, калькулятор просто необходим. Блин, согласен. Мы тебе подсказывали. Так. Это, скорее всего, Виана. V6 на крыле. Да, там стоит V6. Кстати, Виана. Цена этого вопроса. Это большой-большой секрет. Новая каховка или старая? Люди, ну так вот, если по большому уму, есть город. Новая каховка. Есть город просто. Каховка. Старая каховка, блин, это так... Просто людишки говорят. Вообще старая, если что. Так, не Люша Меденкс, кстати, принужденный. По премьере окончательный видос будет или машинка уже ехала к владельцу? Машинку позавчера погрунтовали, насколько я знаю. Ой, кто-то приехал, извините. Отвлекли. Так, по премьере. Я думаю, будет, потому что машинку позавчера погрунтовали. Сейчас ее там зачухают, да будут готовить, по идее, к покраске. Не знаю, еще несколько дней, по идее, покрасят. У меня еще там с нее кое-какие запчасти есть. Надо будет отдать, что она по-любому ко мне приедет. Поэтому видос будет. Ну, ты там не мухлю, я по поводу ключа у нас на работе на 160, вот это большое, на 70, это так, мелюзга. Ну, блин, для меня и на 70 это было очень много. Летом как раз такого вид утянул, именно правый лонжерон, подлюка очень жесткий, короче, без кислорода не обошлось. Тянуть надо было 5 сантиметров, так что размышляй, друг. Ну, блин, 5 сантиметров это много.
Володя, респект тебе. Очень радуюсь соблюдение тобой основных мер техники безопасности. Да нету никаких тут техник безопасности. Иногда, если чищу, одеваю наушники, иногда, но в очках, блин, все время работаю. Потому что неохота идти к глазнику, чтобы он иголкой ковырялся в глазу. Поэтому очки это прежде всего. А, ну да, также у нас это. Вот у нас несколько болгарок, у нас даже есть одна болгарка с защитой. Взял и всем зрителям рассказал, как он нас обманывает. Если это шутка, то что-то не смешно. Сплотни, раз не смешно. Ну, лайков понаставляли. И я себе лайк поставил. Так, ока, уже плачу 3 ручья. Уже не первый раз скажешь, как хитро. Ты можешь обмануть зрителей, но не делаешь это, потому что честный. Неужели он в натуре подумал, что я камеру случайно как бы выключил и снял? Акулова на лонжуне не прокатит, на голову будут капать. Ну, в принципе, да. Почему стримов не делаешь? Блин, я бы на работе стрим... Ой, на работе. Я бы с удовольствием сделал стрим даже вот здесь, на работе. Сейчас. Но, блин, интернет. 1 мегабит. Он не потянет. Я, кстати, не знаю, сколько для интернета надо, чтобы... Ой, для стрима... Чтобы интернет какой был, сколько там мегабит надо. Ну, здесь явно скорость никакущая, поэтому... Я бы с удовольствием вам вот ноутбук поставил здесь, вот так вот туда отвел бы его. Из дома камера, хорошая вебка. Включил бы целый день, хоть смотрите. Мне все равно, но нету интернета. Пять и восемь сыромятина. Ну да. Ну нету у нас там других болтов, нету. Опять кого-то интересует, почему такое повреждение. Играет на пороге накрепления лапы. Да, играет, потому что когда я... А что я когда? Когда я зажал лапу и бросил домкрат, я увидел, что всякое... Порог. Там же короб идет, и там не факт, что еще усилитель, если я не помню. И оно прогибается, я увидел, что на пару миллиметров кузов осел относительно нижнего конта порога. Так что все класс, играет. В конце видео жжешь. Ту-ту-ту. Ага, вот кто написал про первое видео. Виталий, привет, в конце видео жжешь. Оля Заяц написала, если бы не твой коммент, то я бы концовки не увидел. Походу, да, концовку, наверное, не все увидели. На видео видно, как лонжон поднимает. Ну, конечно, поднимает. Бусиков на канале больше, чем ланосов. Люди и слава богу. Так, я все кричал, монитора ты не слышишь. Было сказано в мультике за тобой Вазовский, что с удовольствием смотрю за твоей работой. Я стучал, но ты не услышал. И я тоже стучал. Кто-то дисплей разбил на планшете. Ну, купи себе калькулятор. Блин, люди, люди, пришлите мне калькулятор. Так, Виталий, привет из Саратова, Нива будет на ремонт. Блин, когда-то все будет, когда-то. Будет, будет. Вы же помните, я вам говорил, что надо Жигуль взять, жопу поменять. Ну, там, набрать, или просто Жигуль взять, заднее крыло поменять. Ну, нету, что-то Жигулей нам не предлагают. Спалил контору. Ту-ту-ту, новый видос. Монитор сломал. Сейчас даем до нормального коммента с вопросом. О, тоже вот видео выложишь, люди сразу пишут, что с качеством, что с камерой. Люди, надо ждать, потому что видео выходит в 360 качестве, а потом только спустя там каких-то 10, 15, 20 минут в HD качестве. YouTube его в HD качество делает. Так, ту-ту, в каком городе проживаешь? Я живу в Подмосковье. Блин, мне так много людей с Подмосковья и с Москвы пишут, потому что Каховка, оказывается, есть... Или улица в Москве такая, или станция метро Каховка, Каховская. Толщиномер может обнаружить олово? Толщиномер его увидит как шпаклевку. Видео было у Женьки на канале. Кузовной ремонт Германии. Когда-то снимал такое видео, миф о толщиномере и олове. Мазда вывела Виталию из равновесия. Достала она его. Да не, все, класс, мне работа с Маздой очень понравилась. Так, видео по пятнашке.
Откуда меришь, чтобы лажер, чтобы его установить? Блин, да мы когда-то снимали и там и по девятке видео. В общем, есть там, есть эти видео. Заходите в плейлист, ищите подобный кузов, смотрите. Виталий, какой флюс использовал? А я ж тоже показывал плейлист инструменты, по-моему. Вот такой. Вот такое чудо мы используем. Вот я паяю. И только, блин, 3 миллиметра толщины ушло. Уровня. Даже не ушло. Его на очень долго, чувствую, мне хватит. Во. Во. Мадвин Германия. Так, посмотри, Артура Тусика. Да, Виталий Колдун. Кому-то москвич попался, на крыше 2 килограмма улова было. Хрен сколупнешь. Блин, хорошее слово, хрен. У меня растет во дворе. Хрен выведешь его, во. Так, оплади огнеупорным кирпичом. Буржуйку. Не, не надо. Нам надо, чтобы она воздухом продувалась нормально. Стоимость твоих услуг. Тоже такой вопрос тупой. Стоимость моих услуг. Блин, люди, каждый случай индивидуален. И по фоткам, кстати, тоже скажу, не определишь повреждения все. Поэтому по фоткам не на. По фоткам только приблизительную цену можно вывести. Минимум. А при детальном осмотре всегда цена поднимается, потому что там видишь складку, там видишь. Так, твое видео как наркотик. Хороший ремонт. Другие шпаклёкой бы замазали усё. Да ладно, не замазали. Надо оператора тебе, а то разговариваешь сам с собой. Да, мне кто-то написал. А, вот, вредно для психики. Блин. Люди, в натуре, как психопат. Вот сижу здесь один в гараже и разговариваю сам с собой. О, дядька Максим к нам на канал. Блин, прикиньте, к нам дядька. К нам сам дядька Максим на канал пришел. Дядька Максим, привет. Смотрю твои видео. Не все смотрю, некоторые. Длинные не смотрю. КПД 100%, вечный двигатель, Нобелевская премия. Вот дядька Максим вот тоже на приколе, да, походу? Тут, дай бог, чтобы 60% было, ну, правда, два смайлика, а печка нормальная год. Я же говорил, это прикол. На печке надпись 100%, это прикол, это название печки. Поэтому, дядька Максим, не принимаю все близко к сердцу. На дверь положить, улова шикарно разольется. Да, согласен, но снимать неохота. Петлю, может, надо было как Артур Тусик потянуть. Не, я не готов тянуть петлю на капоте. Я знаю, что бывает, когда тянешь петлю на капоте. Разгибается не в том месте, посадочное место подрывается. Не хочу сказать, что нельзя так делать, но я так делать не буду. Нельзя так делать. Нельзя. Это на Ланосе там еще можно было на каком-то, но на такой машине не хочу. Так, дальше идем. Это мы что тут? За 2 дня уже их почитали, сколько много. Не, еще дальше читаем. Так, протоколово немного расплющим молотком, легче плавится будет. Да, ну и так хорошо плавится. А паста? Пасту показал только что. Я обычно варю. Паяльник какой мощности? Правильно, Макс, 100-ваттный. Ну, короче, 3 паяльника. 2 по 60 и 1 100. И на паяльной станции еще есть маленький. Агент плавно-ровно, царапая пальцы, совсем не оставил для вмятин и шанса. Прикольно. Очень хорошо. Опять руки побил. Нет, смотрите, руки целые. Руки целые. Немножко есть, да, тут пару бабочек маленьких. Ну ничего. Ничего страшного. Зазор не позор, это, видимо, дар, как всегда, класс, в идеале. Где ты так паяльником работать научился? Блин, я по образованию вообще-то телемастер. Я учился. И с детства увлекался. Мне кажется, когда мне было лет 10-12, у меня уже свой паяльник был. Так. Благодаря твоим видео я стал более бережнее и внимательнее относиться к своей машине. Что-то где-то подремонтировать, что-то где-то подварить, покрасить, поменять. Да. Вот это дядя, наверное, дал. А, там трафик я выложил, Женька делал. Это человек
парковался во дворе и под дерево сильно близко подлез. Так, ищем комменты хорошие. Где вопрос есть? Я молодец, за счет приколов, лайк. Сколько коштует такой ремонт, не скажу. А нахрена этой хренью заниматься, напаивать? Брызговик? Ой, такая проблема у меня была с ноутбуком, когда я его купил, и прошел определенный период времени, и вот так вот он делал. Только, в принципе, он делал, когда холодно. Вот сейчас в гараже температура 17, и он, падла, опять так сделал. То есть такой момент бывает раз в месяц. Никто не знает, что это такое. Иногда постоит, может отойти, будут работать. Но, в принципе, надо перезагрузка. А мы сейчас подождем, я не буду его включать. Так, а на чем мы тут, а? Перезагрузил там, пока печку опять растопил. Что-то в гараже, о, 16,8. О, холодно. Когда двигаешься, как-то аж жарко. А когда вот так вот тупо сидишь, тыкаешь в монитор, что-то мне 17, холодно. Так, а нахрена этой хренью заниматься? Напаивать брызговик? Что такое брызговик? Зачем напаивать? А, чтоб никто не догадался потом. Блин, что-то я картона в буржуйку наложил. Сильно много. И я смотрю, у нее проблема началась. Вот. Я дверьку не закрыл, да? Да, дверьку не закрыл. Так, давайте дальше почитаем. Будем читать до победы. Кто за, я за. Кто против, расходитесь. Так, эту петлю можно было, не снимая с машины, вытянуть вперед. Чем снять ее и зря время терять. Тяни как угодно, я не против. Так, вы же помните, я ж не учу, я просто показываю, как я работаю. Молодец, а эту шнягу на пальцы клеить, это гон, разве что когда кровотечение. Да тут так ради прикола было наклеено. Новый формат. Да, новый формат. Когда понимаешь, что видео короткое, начинаешь снимать всякую чушь. Вот как тогда, видео про Мазду, как мы стрелили. Когда Андрея Бещенкова троллили. Поставил камеру, работаешь, оно снимает. А потом, оказывается, что-то на 40 минут наснимал. Молодец. Что за плюс? Паяльный. Показал сегодня. Минус за пайку. Металл не прогреет. Температура и технология на олове. Пишет сам. Сам лудил. И технология на олове пишется. Сам лудил, сам паял. Короче, все класс тут. Все, оно держит улова. Хорошая замена заводской оцинковки. Согласен. Мост зачетный, надо переделать свой. Надо. Кашка белая такая. Что за кашка белая? Такая пальная паста. Показал сегодня. Ах. Аха, дверь, значит, накосячил. Ибо не показал, как она после зачистки. Блин, да ну нормально она после зачистки. Что там показывать? Взял лепестковым, чистанул, готово. А что за музыка на середине видео? Музыка, не знаю, что-то ютубовское. Молодец, Виталий Красанов, забыл, Каховка. Ага, забыл внутри лонжона написать Каховка. Можно было, блин, да, можно было и написать. Мазду быстрее собрал. Виталий, при всем уважении к твоему опыту, стаж и твоим рукам из того места, хотелось бы побольше обзоров инструментов, с которыми ты работаешь, его практическую оценку. Блин, ну я и так вроде по инструменту все показываю. Все покупки нового инструмента рассказываю, все показываю, все класс. В этом плане все хорошо, значит, у нас. Так, у меня Маза, что такое? Вот, наверное, пассивная, у меня Маза такая. Какими программами пользуешься для размеров? Блин, в Гугле ищу все размеры. В Гугле очень много размеров. На тематических форумах по ремонту автомобилей на... Надо там размеры на Мазду. На какую-то. Нету, не можешь найти. Никто не дает. Да полез ты на форум по той Мазде. Да, по-любому, в любом форуме, который специализируется под определенную марку автомобилей. Там по-любому где-то есть чертежи. По-любому. Только спрятаны, долго приходится искать. Да, бывает такое, что вообще не находишь. Приходится без размеров делать, по зазорам, как мы любим.
и по нивелирчику. Так, Виталя, молодец. Виталя, привет тебе, ТТ. Ты лучше не так, премьеру показать не забудь. Да-да-да, покажу. Как там Nissan премьера, блин, делается. Так, герметиком под крылом намазал. Не, я ж не маляр, я ж не мажу герметиком. Это разве что, если дед собирается, вот как в премьере мы и дно обрабатывали, чтоб... Потому что маляр, может быть, забыл бы, или зачем ему опять поднимать лишний раз ковер. Тем более у меня материалы есть. О, вот Серега, да, вот мне понравился вопрос. Привет, смотри, тебя уже давно, скажу так. Раньше у тебя было видео поинтересней. Вот кто так пишет, люди, мне кажется, вот... Блин, испугался компрессора. Колесо где-то качал, потому что одно приспускал. Люди, а мне кажется, вы зажрались, кто так пишет. Просто, блин, насмотрелись уже, да, некоторым неинтересно. Я вот смотрю видео со старого канала иногда, блин, какое там конченное качество съемки, какой там конченый звук. Да и, блин, я там, мне кажется, больше бреда нес какого-то, чем что-то по делу говорил. Мне не нравятся старые видео, мне кажется, форматы новые видео, короче, лучше. Кто знает, сколько такая работа стоит. Люди все пытаются угадать мои расценки. Кто-то написал $1600 такая работа стоит. Нифига себе! Люди, у нас цен таких нету. В 5 раз меньше. Так, сабельная пила, не пожалеешь? Не, еще не пожалел. Блин, очень нравится мне сабельная пила. Это макитовская. 41-й. Сейчас. Вопрос еще найдем. Что, у нас вопросы кончились? Кстати, на пуле у тебя кончик, который приваривается к металлу, он медный или стальной, или обедненный. Кончик на пуле вообще был изначально стальной, а потом Андрей Бещенков нам подарил, когда у него контактную сварку покупал, в презент кинул обедненный. Ну, стальной, только обедненный. Так, у нас с другом спор, ты же левша, да, я левша. Прикольный коммент, не буду читать, он с матюком. А что, его не удалил? Не знаю, не увидел, наверное. Я просто с матом и комменты все удаляю, поэтому, блин, люди, не пишите с матами. Они сразу в спам лезут, а там они автоматом, я их удаляю, даже не читая. То, что их сильно много. Так, что это за кусты возле шестерки, ползущие вверх гаража? Это виноград. А скажи, как плату заказать на автостарт? Блин, я ж в последнем видео про пилоте в презентации давал адрес, там было, по-моему. Давал человека. Скайп давал, поэтому там надо искать. Камера классная, с голосовым управлением. Ну да, плохим не пользуемся. У вас есть размеры на гранту передней и нижней части? Мне кажется, тоже если погуглить 10 минут, то можно найти. У меня лично нету. Я и гранту никогда не делал. Название на английском дублирую, побольше просмотров будет. Да, блин, и так нормально. У нас за январь, кстати, 2,5 миллиона просмотров за месяц. Я английский не знаю, поэтому что-то переводчиками пользоваться не хочу. Сварочник неплохой, но слабенький. Блин, ну какой есть? Мне хватает. Ну, вроде комменты у нас кончились. Ну, как там их много, но что-то уже не то пошло. Да, кто-то перепугался, что мы нарушаем силовую конструкцию на Мазде. И меня могут привлечь. А, ну да.
Значит, на Мазде мы поменяли весь лонжерон. Также и целопиво, также и поменяли. Все то же самое пизделали. Поэтому ничего мы там не нарушали. И вообще нам по барабану на целоп, если честно. Кто-то пишет видео ни о чем, кто-то пишет нормальное видео. Люди, вам не угодишь. Так, дальше. Ага, зум камеры прикольно получилось. А почему никогда не слышно музыки с 90? А что там ее слышат, люди? S90 подсоединены к телевизору. Через этот. Сейчас музыку канал найдем. Ладно, не будем, а то забанят. В общем, мы телевизор, музыкальный канал подсоединю, телевизор подсоединю через усилитель. Амфитон, по-моему, 2 по 25. Ну, в принципе, этого для гаража хватает. Так, дальше комменты читаем. Гараж у тебя хороший, большой, блин. Ну, хотелось, конечно, побольше, но и нам этого хватает. Сколько стоит такая работа? Еще один. Че за на? Я отослал посылку, она ко мне вернулась. Люди в упор не знаю, что к кому вернулось. Мне ничего не приходило, никакие оповещания на программу новой почты, например, в планшете не приходило. На телефон смски не приходили, ВКонтакте никто ничего не писал. Если отправляете посылку, пишите хотя бы ВКонтакт. Че, Мазда опечатана весь была? А фиг его знает, может, кредитная машина. Может, при ДТП кто-то сильно пострадал. Как трафик по сравнению с Vito? Ну, Женька сказал обычный металл. Vito, походу, сильней. Коленей металл. Туже правится. На трафике помягче. Кстати, должен быть трафик. Замена заднего крыла. Там и сравним. Если он, конечно, будет. Ага, Виталий, ты в воскресенье работал? Не-не-не, видео про Женькин трафик было снято или во вторник, или в среду, где-то, в середине недели. Это я просто его выложил. Это я его выложил в это, в воскресенье. Что-то упало на машину, под дерево авто заехало. Так, о, деда-реаниматор, привет тебе. Смотрю все твои видосы. И даже по утрам, под кофе. У тебя хоть есть время бахнуть по-человечески, а тут все работа да работа. Блин, люди, я не любитель бахать. Поэтому я не бахаю. Сейчас дальше. Деда-реаниматор хвастается своим стапелем 700 килл. Видео про трафик. Уже не в гараже работал. Не, я не работал. Женька работал. Я так вот два раза забежал, снял его. Помог стапель перевернуть. Кстати, стапель до сих пор там под стенкой и стоит. Хотя в гараже ГЕЦ делается с лобовым ударом. Но там ничего не пошло, поэтому стапель не опускали. Надо второй канал Женьки. Блин, Женька не хочет канал в Ютубе. Я ему говорил, давай, говорю, сделай канал. Сейчас, говорю, моих половина подписчиков к тебе перебегут сразу. Не хочет. Хотел вам подарок сделать, а оказалось, что он у вас есть. Просто все смотрел, что комбинезон с BMW. Хотел, чтобы был с названием канала. Да, сейчас, кстати, есть у меня эти наклеечки. Не наклеечки, а тканевые нашивочки. На некоторых комбезах есть, но сейчас я что-то в BMW-шном начал работать, он какой-то стал любимый. Мы 80, почти 5 тысяч наркоманов сидим каждый день и ждем видоса от Витальки. Люди, на самом деле, если подписчика 85, то смотрит только 30% всего видео. Я имею в виду, не смотрят 85 тысяч подписчиков, тут так говорится, что 85, на самом деле там люди
давно тут каналы не заходили, то еще что-то. Ну, в общем, не смотрят все 85 тысяч подписчиков эти видосы. Ага, снег. О, блин, у нас такая на улице, кстати, походу, у нас сегодня все растаяло, все, что могло. На улице сегодня очень плюсовая температура, все течет полностью. Снег тает, лишний, который оставался. С таким количеством просмотров давно можно всякие гаражные штуки рекламировать. Люди, не хочу ничего рекламировать. Не рекламировать, не пиарить. Блин, ну не хочу. Мне оно не надо. Так, дальше идем. Ой, мы, наверное, уже наснимали с вами очень много, да? Сделаем видео на часа полтора. У нас такого еще на канале не было. Правда, вот я не знаю, как вы читать будете на мониторе. Ну ж так плохо видно. Ну ладно, мы когда-то через месяц, если что, эту программку откроем, которая записывает с экрана, и тогда опять комменты прочтем. Сделаем такую себе эту, такое видео. Ответы на комменты. Так что задавайте, какие вас там, что вас там интересует. О, по Мазде пишут. По седьмой. Виталька, извини, мне кажется, тут ты с этой машиной делаешь херню. Почему херню? Обычный ремонт. Думаешь, на тебя около 300 кулачков в день подписываются? Блин, не-не, процентов, блин, один процент кузовщиков. А то все так, обычные люди. А сверло как свистит. Ну, свистит, но сверлит. О, еще один с матами пропустил. Ай-яй-яй. Посмотрел видео, пошел, варил два порога на 0,9. Хм, прикольно. Давайте еще за четвертый день, 4 дня назад. Вот оно, были комменты, сейчас дойдем до пятого и остановимся. Блин. Кто-то написал, китайский нивелир. А, или это, я не знаю, это, наверное, факт. Китайский нивелир. Нет, что-то смешная эта фраза. Да, конечно, Китай он. Сейчас все в Китае. Ну, я чисто от фонаря написал Англия. И восклицательный знак поставил. Блин. О, кто-то написал, наша следующая авария не переживет. Это то самое популярное видео по Ланосу. Ну, блин, человек, не знаю, переживет, не переживет. Главное, чтобы машинка ездила и не ломалась. Все оно переживает, люди. А, да, пятница 13 написал. О, вы уже основы монтажа постигли. Да, я ему написал, мы с редактором на «ты». Это когда я говорил, зум ближе подведи. А вы что, не поверили, что там кто-то стоял, да? О, да, вот так вот. Это лазерный уровень. Потом человек там ошибся и дописал уровень. Не надо так писать. Надо вот тут нажать ответить и написать уровень. Не надо создавать новые комменты, потому что я не понимаю иногда. Один коммент здесь, а второй может быть выше там на 10-20 пунктов. Опять цены, не надо. Отличная работа, если герметик аккуратно положить, даже не узнает, что меняли, супер, плюс 5. Так и старались сделать так, чтобы никто никогда ничего не узнал. Зачем? Или вы хотите, чтобы мы делали так, что потом человек захочет через время продать машину, откроет капот, а там все зарыгано будет сваркой, турбинкой и это. И неправильно все криво поварено. Не, надо сделать, чтобы все хорошо-хорошо было. А вот еще, упс, не досмотрел видос и начал советовать. Тоже человек, блин, пиши под своим видео. Видишь, здесь между нами, между твоими комментами два коммента. А бывают 5, 10, 20 бывает. А, Вадик Марадона написал, у тебя что, камера команды слушает? Ну, конечно, Вадик, ну, у нас, блин, камера умная. Тут написал, офигеть, я в шоке. Наверное, повелся.
Так, что тут еще вам почитать? Андрюха Настомай, Андрюха Знюхай, Андрей Бещенков поздравляет у меня в видео. Вот кто-то еще повелся на КПД 100%, Виктор Ермолаев. Виктор Ермолаев, это прикол был. Так, что еще? Ого, вот Женька, кузовной ремонт Германии, написал, пожалуйста, отдыхать тоже надо. И на Вайбер тогда это прислал, что отдыхать тоже надо. Женька, кузовной Германии, привет тебя. Привет тебе, вернее, не тебя. Привет тебе. Завтра будет видео про Славуту. Не, не будет. Славута стоит в гараже. Блин, я не знаю, может, ее продать надо уже. Ну, может, продадим. Никому не надо Славута. Продам. В хорошем состоянии. Свежепокрашено, свежеповаренное. Почему в гараже нет средств пожаротушения? Как это нет? Целая куча, аж 3 20-литровых канистры с водой стоят. Чем вам не средства пожаротушения? Ну, подскажи, какой ТБ лазер. Лазер у нас этот, нивелирка, LL0516, я уже наизусть знаю. Как много пустой болтовни. Блин, согласен. Вот сейчас опять, вот этот Алексей Иванцов опять напишет. Как много пустой болтовни. И вот пишет. Год смотрю уже. Блин, ну ты чё, год назад еще больше было. Не надо смотреть, отписывайся нафиг. Или забанить его, чтобы не писал ерунды больше. Не, не будем. Дадим человеку второй шанс. Написал запорожскую проволоку, попробуй. Я спросил, хуже варить будет? О, школьник, привет тебе. Так, что-то еще у нас интересного. Баллон нужно откручивать до упора. Люди, там дело в том, что если я его откручу до упора, он шипеть будет. Там, походу, нам в него прокладку поменять. Поэтому я откручу на половинку. На год хватает, значит, не травят. Все, самое главное, что на год хватает. Потому что варим мало. Делали бы гнилые корчи, его хватало бы на полгода, как у Женьки. А то и меньше. Витальки, лазерный уровень в двух проекциях. Не, люди, он же у нас в трех работает. Вот один, вот хрестик 1-2 и вот три проекции. А тут второй маленький, двухпроекционный. Так, ну короче, все. По мырсам кончилось, по мази уже начинает заканчиваться. Телефон часто просят. Люди, не хочу давать телефон, блин. Знаете, сколько он раз в день звонит? Ну, в баню. Кому что надо, вот, контакт. Пишите ВКонтакте, там в Ютубе, на главной страничке в Ютуба есть же у нас этот адрес на контакт. На ВК. Сейчас покажу. Вот здесь вот будет. Вот где-то здесь. Во-во-во-во, контакт. Вот здесь. Кстати, поздравляю, у нас будет с вами через недельку 1,5-30 миллионов просмотров канала. 30 миллионов просмотров. Это прикольно. Так, давайте вопрос. Бесконечно можно смотреть на три вещи, как горит огонь, течет вода и как вытягиваются лонжероны. Да, прикольно. Прикольный коммент. Тоталы, тоталы. Я тут заметил, что под музычку быстрой перемотки я чай пью тоже быстрее. Странно. О, Бог и Малярус, привет тебе.
Так, я думаю, что у нас сегодня длинное видео получилось. Надо прекращать. Ну, блин, тут еще люди спрашивают, сколько ты берешь в долларах? Люди, мы за доллары не работаем, мы же не в Америке живем. Так, тоталы с моторным щитом, там же зазор со стаканом. Как-нибудь убирать будете его? Будем. Ну, я написал пластилином замашу, черным. С-90 сила. Да, С-90 сила. У меня дома еще есть один комплект С-90Б. Это которые динамики идут вертикально стоят. Вертикально, ну, по оси стоят. Вертикально. Кстати, в отличном состоянии усилитель Барк 100-ваттный. Когда-нибудь надо будет его сюда на работу припереть, потому что этот амфитон начинает немного умирать. А дома еще штук 5 поломанных усилителей есть. Тоже некогда сделать. Это надо, блин, хотя бы день выделить, да, попеределывать их. А мне что-то лень с ними ковыряться. Люди, я думаю, хватит читать комменты. Часто пишут, Миша Яковлев будет доволен. Блин, я даже не знаю, кто такой Миша Яковлев. Ну, я там гуглил, какой-то видеоблогер машины, походу, снимает. Я не знаю его. О, 3 часа дня уже. А мы начали читать во сколько? А что, без 15:02? Мы что, прочитали целый час мы просидели с вами? Да не, не может быть. Это видео сколько? 25 минут. Угу, видео у нас круче длинное будет, да? Да пофиг. Пусть будет. Виталька, интересно, сварочные точки совпадут с точками донора? Я тогда показал, не совпадают. Иногда совпадают, а и то очень-очень редко. Бывает такое, что отделяешь детали, ставишь другую с донора, она совпадает. Я бы сказал, вообще не бывает такого. О, Андрей Бещенков подтянулся к нам в комменты. Андрей, привет тебе. Вот это люди по лачете. 6 штук баксов за кусок металлолома. Блин, люди, да, такие цены были. Тогда машины так и стоили. Перевертыш стоил 6. Целый стоил от 9 до 10. Все равно эта печка греет улицу. Да, пусть греет. Главное, чтобы мне вот сейчас сижу, а мне тепло было. Остальное не важно. На помойку Мазду. Люди, купите себе машину, разбейте ее, а потом куда хотите девать. И посмотрю, как вы ее на помойку выкинете. Сами же будете бегать просить, чтобы вам ее кто-то сделал. В Новосибирске 2 часа ночи, а я преданно смотрю Каховку. Егор, спасибо тебе. Думал, сегодня кино не будет. Привет, а что так поздно? Блин, а потому что я работаю, потом пока с работы приду, пока туда-сюда, еще видос вам сделать надо, это не 20 минут. Серж Смирнов. Это дед Емеля, кто не знает. Серж Смирнов. Вот, видите? Ну, это вообще-то дед Емеля, а то спрашивали часто, кто такой дед Емеля? С дед Емеля мы на рации «Зло» познакомились на канале «Гаражный мастер». И как-то вот так вот стали общаться. Мне звонит телефон, меня звонят перекупы. Алло. Здорово. На работе. Хорошо, давай. Перекупы сейчас приедут. Так, а чего не варил Мазду? А, блин, потому что уже время позднее было, да и не спешим мы никуда. Мы работаем себе в удовольствие. Вот, сегодня мы так поработали хорошо, закончили в 2. Можно было, по сути, гараж закрыть и поехать домой спать. Или там что-то поделать. И так сегодня проспал я. Меня жена разбудила в 15 минут 10-го. Что-то я проспал. Ну, бывает. Да я знал, что сегодня день такой бита закончим и, в принципе, домой. Так, Анатолий.
Привет тебе. А почему стяжка не вся покрашена? Блин, ну мы ж тут час не варили, поэтому и не покрасили. Кузнец тебя никакой. Лучше делай машиной. Ну да, кузнец меня никакой. Зачем этот кусок говна восстанавливать? Где мозги у людей? Блин, друг, купи машину, разбей себе, потом определяйся, что ты хочешь. Если ты можешь себе легко эту выкинуть на металлолом и купить себе новую машину, блин, ну не все ж такие олигархи, как ты. Так, Максиму Шелкову привет, если что, можете передать от меня. О, еще один пропечку. Вот это Горун. А, это, да-да-да, нет, извиняюсь, это просто человек ради прикола написал. Тачка же труп, хлам, вау, Мазда 7, вау, хлам. А что по высоте правого крыла на Мазде? Ой, на десятке? Ой, я не помню, я вообще уже не помню ту десятку, вы мне еще спрашиваете, видео старое. Так, думал перетянул, не перетянул. Стружки бы заварила не оловом. Можно было и стружки, но оловом красивей получилось в конце. Там все равно были маленькие впадинки, помятости. А так олово дало там 1-2 мм толщины и стало все красивенько. Тестер нормальный, у меня такой же. 2 года назад брал за $17. Блин, я тоже его, кстати, приблизительно так и брал. Хороший тестер, да, согласен. Так, каждый раз смотрю, вспоминаю своего учителя, он с Каховки тоже завгородний, Игорь, не знаю такого. Ого, кто-то написал длинное видео, я чувствую, он это явно не сможет досмотреть. Виталий, в следующий раз часы поставь рядом, чтобы было видно по времени, сколько ты работаешь, когда вытягиваешь. Люди, все видео умножаются в 10 раз, то есть если видео было там, ну короче. На 1000% скорость поднимается. Поэтому, если видео вытяжка длится 3 минуты, то можете посчитать, сколько это получится. Или стакан левый подняло на 1,5-2 сантиметра. Это легко проверить. Рулеткой промеряй от стакана до угла крыши или лобовика. Люди, я не пользуюсь таким методом. Я никогда в жизни не мерил до верха крыши. Стаканы, лонжоны. Ну, я так не работаю почему-то. Так. А Мазда не такое уж и говно, как ее хамят. Металл хрен отделишь. Да, согласен. Мазда, блин, мне понравилась Мазда. Металла куча. Блин, крепкая машина. Не знаю, как там по моторам, по ходовкам, но по кузову нормальная машина. Видел вчера в городе Серегину машину, наклеечка «Гараж Каховка». Отлично смотрится. Серега, привет. Влад, привет тебе. Сверло стоит 149 гривен, спалился. Блин, я не понял, в какой момент я спалился, я вроде и цену прикрывал. Но сверло того стоит. У Дениса такая же любимая отвертка, как у меня. Вещь крутая, все класс. Вы вместе с Андреем выкиньте эти дрели и купите шурик на 18 вольт Bosch или Makita в полном комплекте. Да-да-да, там и тушку болгарки можно приобрести. Блин, тушка болгарки стоит $150. Именно тушка. Я смотрел, ну его в баню. Не надо нам болгарка модная такая. А по шурику, да фиг там, шурик будет нормально сверлить. Ему оборотов не хватит. Так, люди, я думаю, надо прощаться. Покажу макро, как сверло это заточено. Ну, на Мазде мы сверлили, кстати, обычным сверлом 10. Обычная там заточка. Так, то наконец дизлайков нет. Ну, все впереди. О, кто написал? По сравнению с Андреем Бищенковым. Отстой! Иванов.
Ну, блин. Я не дорос я еще до Андрея Бещенкова. Не дорос. Ну, я постараюсь. Все, люди, счастья, здоровья. Давайте обновим, посмотрим, что там за свежие комменты пришли, потому что они по-любому должны были... Блин, они должны были по-любому прийти. Так, по премьере. Если краш-тест провести, то хозяин авто, как в обертке будет упакован вместо гроба. Блин, да что он будет, вот тоже мне, да, ну, тупой коммент, согласен? Шпильку вернуть вместо болта и гораздо надежнее и проще. Ну, может быть, но завод же не поставил шпильку в подрамник. Все, закончились наши комменты, люди. Люди, счастья, здоровья, я вот смотрю... Нам этот так и не ответил ни черта за сверлилку. Ну, не судьба, значит. Не судьба. Это что такое? Здравствуйте, меня зовут Вера. Я представитель сервиса Epic Start. Это автопромобильщик рекламных блогеров. Зачем оно мне? Нашла ваш популярный канал автомобильного ремонта тематики на YouTube, потому что вам было бы интересно получать рекламные заявки от рекламодателей, поскольку у вас качественный контент. И, конечно же, достаточно большое количество просмотров видеороликов, что является самым важным аспектом нашего сервиса. Не, спасибо. Меня такое не интересует. Люди, счастья, здоровья. Вот этому человеку привет. Вот этому человеку привет большой и большое спасибо за то, что мне иногда дает размеры. Всем пока, счастья, здоровья, завтра увидимся. По идее, увидимся. Не будет завтра, что снимать, не будут машины, включим комменты за месяц и прочтем. Главное на видеокамеру 3 аккумулятора зарядить. Счастья, здоровья, всем привет и всем пока.